Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LifeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Защитник». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Механик» 2010 года. Артур Бишоп, механик, высокопрофессиональный безукоризненный киллер, который всегда работает по правилам, чисто и без следов. Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности, и в своем деле ему нет равных. Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару устраняют проблемы, но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке. «Человек из ниоткуда» 2010 года. Чхат Хэ Сик, скромный владелец ломбарда, девочка Сон Соме, его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре танцовщицей и не столько увлекается воспитанием ребенка, сколько ищет острых ощущений на свою без того повидавшую виды неудавшуюся жизнь. И вот однажды мать Соме вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера, который регулярно появляется в заведении, где она выступает. «Пристрели их» 2007 года. Изгой, живущий в воспоминании о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентам о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников. «Заложница» 2007 года. Молодую девушку похитили во время туристического отдыха. Ее отец пускается в опасное приключение спасения, чтобы вернуть дочь и наказать виновных лично. «Гнев» 2004 года. Состоятельные жители Мехико в панике. Всего же за 6 дней в городе пропали 24 человека. Бывшего агента ЦРУ Джона Кризи нанимают телохранителем 9-летней дочери промышленника Сэмуэля Рамоса, Питы Рамос. Поначалу Кризи с трудом терпит соседство не по годам развитой девочки, но со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал вкус жизни, но все рушится, когда Питу похищают. Кризи клянется убить любого, кто втянут в похищение Питы. Теперь его никто не остановит. «Перевозчик» 2002 года. Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес, перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Недостатка в клиентах нет, ведь он всегда неукоснительно соблюдает три правила: не меняя условий сделки, не спрашивая никаких имен и никогда не заглядывая в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл-стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает правила, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози. «Леон» 1994 года. Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но… Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!